Разделение оплаты за газ на две платежки может скоро уйти в прошлое. Кабинет министров уже работает над этим, заявил премьер-министр Алексей Гончарук. При этом саму абонплату отменять не будут. Две платежки – это правильный шаг, но действительно, правильнее было бы, чтобы человек получал их одновременно и одним документом. То есть правильно разделить эти услуги, но одновременно организовать платежки за них в один документ. Мы сейчас над этим работаем. Это вопрос исключительно коммуникации, сообщил Гончарук и добавил, что окончательное решение будет принимать регулятор по вопросам энергетики. Напомним, ранее новости сегодня рассказывали, что экономисты поддерживают введение абонплаты за газ и называют ее первым шагом для введения в Украине реальной конкуренции между поставщиками газа. Например, член экономического дискуссионного клуба Олег Пензин говорит, что новая схема платы за газ более прозрачная, так как показывает, за что платит потребитель, товар, газ, отдельно, услуги по его доставке, отдельно. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.